я вообще рожден здесь. Да? В 50-м году в японской вот здесь больнице, которую сломали. В этой больнице. Вот. И родители завербовались, приехали в 48-м году. Они откуда? Они с Мордовии. И в 50-м году я родился. А где познакомились? На танцплощадке. Ну, у нас вон там клуб старый. Башнякова туда. Что Башнякова? Там летом танцплощадка была у нас. Такая вот. Они вдвоем с братом, они двойняшки тоже. Двойняшки? Да. Играли. Коля играл на гитаре, а Саша на ударнике. Вот. У меня подружка моя, одноклассница, она до сих пор мне говорит, если бы не ты, вот ты бы не приехала, я бы вышла за него. Призывался с материка, вернее, с Мордовии. И оттуда, значит, меня призвали, попал я в учебную часть в город Ирбит, старинный город Ирбит на Урале. И направление дали в очень хорошее место. Это... Туркменистан, Туркестанский военный округ, город Мары. Был такой интендент, когда я только заступил, в часть приехали. Но я еще только в парадке, там пошел помыться, тут выходит такой под 2 метра, это 1,90 такой. Идет там как этот самый блатной такой, тоже сержант. Ну ты пойдешь, полы, как он говорит, зашаришь. Я говорю, ты кто такой? Ну и стоял этот самый дневальный, я штык-нос, какой-то не русский, там казах, узбек, кто там. Я кнопку нажал, бах, штык, и вот так подошел его, воткнул ему эту под гимнастерку, говорю, вот сейчас, говорю, я черкану, и ты узнаешь, кто я такой. Он сказал, пришел, и дедам говорит, не связывайте, этот сержант чокнутый. И после того, меня никто никогда ничего не задевал и сказал, не связывайтесь, это чокнутый. Мужчина, это, во-первых, защитник своей родины, семьи, отечества. Плохо бежать из девочки. Ребята, землячки, кто у нас на Сахалине служит, кто призвался только что или кто уже будет дембилизоваться, держать хвост пистолетом. И иначе получается, что если не мы, то за нас никто не сделает. Мы такие, мы русские.